Все, мелкий, рабочий день закончился, можно отсюда... У... Чё? Мелкий... Рабочий... Ты чё ты от меня хочешь, рабочий день... Да чё ты от меня хочешь, да выпусти ты меня! Чё? А, я понял. Я думал то, что ты все же забудешь, поэтому я просто не хочу этого делать. Многие писали под прошлой серией, чтобы я тоже оставил свое заявление на мэра, поэтому я оставлю, хорошо. Заявление от Эдисона. Я кину вот сюда все, возле урны, ага, в следующей серии мы это все поднимем. Все, мы с тобой молодцы, я оставил свое заявление, можешь меня больше не бить. Потопали. Подай на заявление. А ты заметил то, что даже Михалыча не было? Ну, Михалыч, наверное, всегда там занятой, Михалыч там всегда бизнесмен, поэтому, ну чё, Михалыч... Стой. Менеджер! Стой! Мелкий! Жопу в руки, быстро сюда забегай, быстро, ты где, мелкий? Подожди! Какой? Чё? Какой менеджер? Мелкий, ломай баррикады, быстро, мелкий! Не-не-не-не-не-не-не! Так, сюда! И сюда, в эту сторону, давай, быстро! Подожди, мелкий, я сплю или у меня какие-то кошмары? Это ты? Это тот, кто я думаю, да? Мелкий, ты его не знаешь? Ты не знаешь, кто это? Ну, лучше тебе даже не знать, на самом деле. Либо ты сейчас выходишь, либо вся мэрия полетит на воздух. Да, мне здесь нормально, типа, вот я здесь мелкий, да мы здесь останемся, да... Ладно, выбора у нас нет. Хорошо, выходим. Только, давай разберемся как мужики, не стрелять, ничего, не делай глупых решений, не делай глупых действий. Мелкий, стой сзади меня, ничего не делай, просто стой. Я бы тебе рассказал бы, кто это такой. Мне кажется, даже сейчас половина людей, половина подписчиков, которые сейчас меня смотрят, не знают, кто это такой. Лучше вам не знать. Мелкий, стой сзади меня. Выходи. Стой сзади меня. Вот. Здорово. Давно с тобой не виделись. Здорово, ты думал, что я про тебя забыл, но нет. Да я ничего не думал, я уже думал, то, что ты где-то там в канаве уснул и больше не проснешься. Я сидел за тобой все это время. Ёхали ты бабай, мелкий. Слушай, менеджер, я понимаю то, что в прошлом у нас с тобой было много недопониманий. Я все помню, да, я сначала там Макдака у тебя отжал, потом закрыл тебя в тюряге у себя в подвале, держал примерно несколько недель. Ну тебе там комфортно было. Ты спал на полу, я тебя вроде кормил раз в несколько дней. А потом ты мой Макдак взорвал. Ну, в смысле, свой Макдак. Ну, в смысле, мой, который я у тебя отжал, а он был твоим. И мэра, и всю его контору на протяжении всего времени я крышевал. Смысле. Подожди, то есть мэр этого города, от которого мы избавились, он работал на тебя? Вот это нежданчик. Вот это неожиданный поворот. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты сделал за меня всю грязную работу и убрал его с поста. Ты понимаешь, что мэр работал на него? Давно он мне начал не нравиться. То есть, подожди, он работал на тебя? То есть, ты крышевал этого мэра и указывал ему, что делать? Абсолютно верно. Подожди, мелкий, мне кажется, первый раз в жизни я прислушаюсь к мнению подписчиков, и реально сейчас ему просто всю голову патронами нашпигую. Поэтому давай, на счет три. А, подожди, у меня патронов нет. У меня нет патронов. Ладно, без разницы. Быстро руки вверх поднял. Мы с тобой еще не разобрались. Быстро руки вверх поднял и свалил отсюда, с этого города, пока... А нет, у меня есть 14 патронов. Видишь, у меня есть 14 патронов. Быстро руки вверх. Не делай глупости, либо сейчас пострадает мелкий. Обернись. Мелкий? Я пошутил. Я выбрасываю пистолет. Ничего не делай. Не стреляйте, пожалуйста, мелкого, только его не трогайте, не трогайте мелкого, пожалуйста. Хорошо, я тебя слушаю внимательно. Нет, ребят, ваш план не сработал, как все мне говорят. Да просто убей его, не все так просто, как вы думаете, просто убей его. Не трогай мелкого, пожалуйста, говори, что тебе нужно, потому что, мне кажется, ты не просто так сюда пришел ко мне разговаривать. А если бы ты хотел меня убить, уже давным-давно бы убил, учитывая, что я с тобой сделал. Проводи свои выборы, а после уже мы с тобой поговорим. А ты мне можешь сказать, что ты от меня хочешь? Да я проведу выборы, и я вернусь.
А давай ты не будешь возвращаться, хорошо? Вот ты там весь сезон где-то находился, оставайся там, хорошо? Нет? А что от меня требуется? Что ты от меня хочешь, ты мне можешь сказать? Деньги! Долю, как мэр хотел! Да ты мне скажи, что ты от меня хочешь, так тоже нельзя поступать! То есть ты мне сказал, чтобы я тебя ждал, а я даже не знаю, что ты от меня хочешь, скажи мне, что! Потом все скажу, просто ожидай меня. Фу, интригант фигов! Ну, сейчас меня реально... И сейчас я реально просто в догадках потеряю, что ты от меня хочешь. Парни, за мной. А пушку-то верни! Я тебе пушку дал, у меня больше пистолета нет! Пушку верни! Ага, фиг он вернет мне пушку. Я пистолет просрал. Мелкий? Если с мэром мы просто справились, то с этим чуваком-менеджером я бы даже сказал, что мы в дерьме, но тут я скажу, что... Наша жизнь с тобой потихонечку пошла по краешку звезды. Я бы сказал бы другое слово, но меня дети смотрят. Мы в жопе, мелкий, в жопе! Все, спасибо вам большое, спасибо, что приютили. Пару деньков я здесь перекантывался, переночевал, спасибо, все, мне пора топать, пора спасать этот город, пора спасать своих друзей, спасибо, с меня бутылка для тебя, и с меня, не знаю, какой-то крем для рук для тебя, мадмуазель, все, всем пока. В общем, сейчас нужно отправиться в ресторан, встретиться с Костянчиком, встретиться с Мелким, сказать то, что код красный, экстренная ситуация, когда я говорю кодовое слово «код красный», это значит то, что всему городу настала жопа. И сейчас я скажу, что такое код красный. Костя! Костя, здорово! Костя, я тебе без слов просто скажу. Код красный. Тот самый код красный. Костя, мы в дерьме. Мы в дерьме. Быстро одевайся. Быстро. Быстро иди сюда. Встань возле меня. Убери этот калаш, спрячь! Рано пока, рано, Костя. Сейчас нужно еще мелкому сказать то, что кот красный. Давай быстро за мной, Костя. Поваренок, ты тут? Мелкий, иди сюда. Ты что там, бухал? Я же видел, как ты только что эту флягу выбросил. Костя, а ну продегустируй, что там внутри было. Мелкий, иди сюда, мелкий. Мелкий. Кот красный, красный кот. Жопа! Апокалипсис! Всему миру! Крыдыщ! Понимаешь? Всему миру просто хщиндерих просто сейчас будет, понимаешь? Костя, ты не обучил его, что значит код красный? Я ж тебя просил, Костя! Мелкий, код красный! Так, подожди, держи! Труханы, ботинки, все, шмотки бомжа, просто давай, одевай как можно скорее, надевай! А ну, иди сюда, встаньте в ряд! Дружный семейный наш отряд! Какие ля молодцы, прям одно вылитое лицо. Короче, код красный, я сейчас вам объясню, что это такое. Давайте быстро за мной. Если вы будете все же разговаривать, нужно разговаривать вот таким голосом, как будто бы мы бомжары. С этого момента мы скры... Ядрёшкина кочерышка! Шухер! Шухер, газовая граната! Шухер! Шухер по месту! Как давно бандитов в городе не было! Мелкий, у тебя есть патроны? Есть патроны, мелкий? Костя, скрывайся! Мелкий, иди за мной в тубзилямбу! Мне нужны патроны. Как давно я бандитов не видел, а? Сколько их вообще здесь не было? Все, газовая граната, все отравили прекрасно. Патроны эти и патроны вот эти. Так, и патроны на калаш тоже еще можно взять. Пацаны, идите сюда, пацаны, вы где? Сейчас убегаем, валим этого бандюгана, который там на улице, и топаем. Я потом вам скажу, куда топаем. Так, быстро за мной, люк за собой закрывайте. Давайте, хватит кота за причиндалы тянуть. Слушай, здесь уже никого нет. Так, давайте за мной, Еды! Аккуратно, обежите эту зону аномальную! Аж в глазах потемнело. Костя, иди сюда, Костя! Где Костя? Костя, ты что потерялся? Давай быстро за мной! Ненавижу эти газовые гранаты эти. Сейчас, подождите, меня здесь кукарачит по полной программе. О, отрава какая-то бешеная. Давайте, пацаны, за мной. Быстро.
Так, вот хорошая точка. Давайте быстро ко мне сюда, к мусорке. Вот, сядьте вокруг костра, сядьте вокруг костра. Короче, пацаны, это маскировка. Костян, садись. Зачем ты мне пистолет? Откуда у тебя пистолет, Костя? Спасибо большое тебе. Мой-то пистолет менеджер в прошлой серии себе скоммуниздил. Кто не видел предыдущую серию, прям сейчас нажми ты на эту подсказочку и посмотри, потому что в предыдущей серии, пацаны, вернулся менеджер. Да сядь ты уже, Костя, я понимаю, что туда шило в заднице, сядь! Мелкий, это означает то, что вернулся менеджер. Костя знает, кто такой менеджер. А вот ты, мелкий, еще не знаешь. Да и большинство людей, которые сейчас смотрят этот ролик, не знают, кто такой менеджер. Но я должен вам рассказать страшную историю. Костя, ты, если хочешь, можешь уши закрыть, тебе как бы это не важно, ты это все сам знаешь. Мелкий! Ребят, менеджер — это страшный человек. Он исчез в начале сезона и вернулся прямо сейчас. Нам нужно скрываться, нам нужно скрыться и просто не палиться. Если что, мы бомжи, мы скрываемся перед всем гор... Бабзина Геннадий Петрович, мы бомжи. Слышь, вот этот ржавый, есть бутылка у тебя, короче, бутылку толканем, хлебушка себе купим пожрать. Все, не пробежали. Слушайте, а может нам все же сказать Бабзине Геннадию Петровичу? Они же как... Костя, они нам помогали избавиться от мэра. Это, наверное, единственные два человека, которым можно доверять в этом городе. Что один старый пердун, что вторая. Если бы они хотели нас предать и рассказать что-то про нас секретное всему городу, они бы давно это уже сделали. Может, все же расскажем, а? Мелкий, мне кажется, они заслужили правды. Как думаешь, Костя? Согласен? Все, давайте так. Бабзин! Геннадий Петрович, идите сюда, сейчас вам кое-что... не надо речать! Да, в смысле, бежим куда? Бабзин, Геннадий Петрович, это мы! Бабзин, мы не бомжи! Бабзин, да куда они убегают, и колотить? Да стойте вы уже на месте! Геннадий Петрович, это я! Геннадий Петрович, стой! Геннадий Петрович, Бабзин, идите сюда! Снимите маску! Это я! Мы просто скрываемся. Снимите маску, пацаны. Мелкий, сними маску. Это мы. Вы что, испугались-то, обосрались, сразу убежали? Мы просто прячемся. Бабзин Геннадий Петрович. Код красный. Красный код. Понимаете? Не код, ну, в смысле не кошка, код, а ды, коды. Буквой Д заканчивается. Коды красный. Фу, проклятый склероз. Что у одного, что у другой. Код красный. Код красный — это значит то, что вернулся тот самый человек. Тот самый. Костя, ты что наркоманишь, дебил? Успокой свою голову. Менеджер вернулся. Менеджер! Вы что забыли? Вы живете в этом городе. Вы до меня здесь жили. Да, вот, он вернулся. И как я уже говорил, наверное, большинство людей, которые сейчас смотрят этот ролик, возможно, даже ты не смотрел самые первые серии жизни ютубера, и сейчас мне нужно рассказать всем, кто такой менеджер. Каким образом он мог вернуться? Так вы понимаете то, что меня уже давным-давно мучили этим вопросом в комментах. Мол, Эдисон, ты не забыл про менеджера? А я-то что мог про него забыть? Он как ушел в начале сезона, ну там где-то в середине, так вернулся только сейчас. Короче, есть у меня одно местечко хорошее. Давайте за мной быстро побежали. Только маски надели, маски быстро, все маски напяли. Быстро за мной. В смысле, зачем Бабзина? Я должен рассказать, зачем он вернулся. Я не знаю, зачем он вернулся. Хотя у меня есть единственное предположение. Первое. Мою шею и голову откокошить за то, что я с ним сделал. И второе, вернуть себе правление этим городом. Потому что, как мы выяснили, главный даже не мэр. Мэр работал на менеджера. Быстро, там уже бандиты сзади появились. Быстро за мной побежали. А если менеджер вернулся, значит, жопа не только мне, жопа вам. Он весь город истребит, не только меня, поэтому даже не надейтесь на пощаду. Быстро за мной, быстро сюда. У меня есть одно секретное местечко, где можно хотя бы один денек перекантываться. Все, вот здесь. Занимайте позицию, занимайте, рассаживайтесь. Геннадий Петрович, ты не туда побежал. Садитесь. Ядрить, колотить. Пацаны, нас походу опять спалили. Газовая граната полетела. Кто стрелял? Откуда стреляли? Еще одна газовая граната. Да кто стреляет? Это, походу, нифига уже не секретное место. Откуда газовые гранаты летят?
Напяли маски, напяли. Я не знаю, кто нас спалил. Нас почти выследили, но мы успели убежать. Только я забыл одну вещь. Костя, сгоняй, пожалуйста, в ресторан. Там в холодосе 10 сосисок есть. И в большой шухляде там поварёшка лежит. Принеси, пожалуйста, сейчас мы сосисончики заварганим. Костя, ресторан в другой стороне. Ты не в тут... Костя, налеп... Дебил. Короче, вы готовы к разговору? Он будет длинным-длинным. Только сейчас дождемся Костю, пока он принесет сосисочки. Я вам расскажу всю историю. И тебе тоже расскажу. И мы с вами прямо сейчас придумаем план. Потому что просто так нельзя оставлять этого менеджера. Завтра у нас день выборов. Завтра мы будем выбирать, кто же станет мэром этого города. А менеджер сказал то, что он вернется спустя несколько дней после окончания выборов. Или спустя несколько дней, или через неделю, через месяц, или... Я не знаю, он сказал то, что рано или поздно он вернется и заберет свое. То, что ему принадлежит по праву. А что ему принадлежит по праву, с его ЧСВ, мне кажется, он подразумевает весь город. А нам нельзя допустить того, чтобы он вернулся. Потому что и вы, Бабзин, без пенсии останетесь. И вы, Геннадий Петрович, без своего склада самогона. И ты, мелкий, без чего. В школу не пойдешь. В школу мы тебя не отдадим, если менеджер вернется. Опа, Костя, здорово. Спасибо большое, сосисончики отдал. Сейчас мы пожарим. Садись, Костя, садись. Сейчас нам предстоит очень длинный разговор. Очень-очень, поэтому устраивайте свою пятую точку как можно удобней. Костя, раздавай всем кофеечек. Мелкому не давай, мелкий сегодня уже пил. Костя, мелкому не давай. Мелкий тебе хватит. Расчехля... Костя, ты дурак? Мелкому 6 лет, забери! Костя, заостряйте ваши уши. И приступаем к долгому, серьезному разговору. Кот красный, как-никак.